Для приготовления теста для пиццы нам понадобится 1,5 стакана молока, 2 чайных ложки сухих дрожжей, 1 чайная ложка сахара, 1,5 чайной ложки соли, 1 кг муки, 1/4 стакана оливкового масла. Разводим в теплом молоке дрожжи, добавляем в молоко сахар. Просеиваем муку. Добавляем соль. Яйцо, оливковое масло, молоко с дрожжами и замешиваем тесто. Убираем тесто в полиэтиленовый пакет и даем ему настояться. Через 30 минут можно использовать тесто для приготовления пиццы. Приятного аппетита!